Мне же не сука. Ты с ним даже спрянешь. Хватит тусить! Плексила! Все, блин. Тейлзу крышка. Ступа в другой игре про Соника Икзе он ему голову оторвал. А тут, блин, решил хвосты оторвать. Интересно, что мне теперь делать? Я не смогу забираться на стену. Точнее, подлетать. Только прыгать. Прикол. И куда мне топать? Я уже по этому уровню, блин, много... целый час прыгаю. Из одного места в другое. Куда мне идти? Я фига знаю. Я уже запуталась. Запутанный уровень. Самый длинный, по-моему, на мой взгляд. Но я уже запуталась. Куда мне тупик? Экзешная крыса где-то прячется. Я не знаю где. Оторвал мне хвосты, исправился, смылся. И где он? Минус еще в том, что, блин, он иногда застрелет. Это проблема. Так я уже запуталась, куда мне идти? На вершины я не могу подпрыгнуть. Почему не взлететь, у меня нету хвостов. И что мне теперь делать, по кругу ходить? Смешно. Запутанный уровень, однако. Я уже тут запуталась. Сейчас он опять где-нибудь будет, потому что, блин, эта музыка, блин, говорит сама за себя! Вот сзади! Да чё ты такой нет? Блин, игра медленная. Хватит влезть! Чё, у меня крышка? Ну, звук тут, блин, когда... Мне сейчас, типа, здорово. Да боже, опять этот уровень! Как он мне уже надоел? Опять я буду тут, блин, сейчас ходить и думать, куда мне идти. Один раз ты меня уже прихлопнул. Это, блин, смешно. И куда мне идти, по-вашему? Ай, боже! Ну ты и улитка. Либо Тейлз улитка, либо игра медленная. Вот это... Я вот это уже не знаю. Да куда мне тут это объяснить? Я застряла. Эй, ты, знаешь, гиперсердечник. Лагонючий. Застрял! Дураки, да просто били, застрелите. И куда мне тут отправляться? Застрелите. Я сейчас замучаюсь тут из одного кольца в другое прыгать. Я уже тут, по-моему, очень много раз была. Прикол. Я так что, и буду туда-сюда ходить? Похоже, пока у меня жизни не закончится, у меня их осталось всего две. Да блин, я не могу подняться, блин, очень быстро. Либо я медленная, либо игра медленная. А еще, блин, этот Экзе. Это Экзе-крыса красноглазая. Застряет в стенах! Это либо задумка автора так, чтобы он в стенах застревал, либо, блин, игра еще недоработанная. Но в описании, когда, блин, заходишь в игру, написано, что это ранняя игра. Так сколько я буду ходить туда-сюда? Я уже эту сцену видела. Сейчас тут Соник Экзе вылезет сам. Я уже два раза сдохла. Точнее, один. Вот этот экзешный, вот этой экзешной крысе, видимо, поебать. Как бы это странно, блин, не звучало. И сколько ты тут будешь стоять? Я уже эту сцену вижу второй раз. И
Чё? Мне сюда надо прыгать, получается? Опять? Ой, боже, я уже запуталась, куда мне надо идти. Это их закрылся, блин, иногда в стенах застрелил. Это ужасно бесит. Я так никогда, наверное, эту игру не пройду. Я застряла! Куда мне идти? Что за игра, блин, запутанная? Я уже, блин, запуталась в этих уровнях. Ну чё? Ну куда мне шагать? Уровень, блин, длинный. Запутанный. Я, блин, не знаю, куда тут топать. Я уже тут второй раз, по-моему, прохожу. Не, жизни я подбирать не буду, мне она не нужна. Я хочу концовку этого уровня, блин. Блин, а как бы это кольцо обойти? В то же время в него, блин, не... Блин, я уже запуталась туда-сюда ходить. И где эта экзешная курица летает? Которая в стенах застреет каждый раз. Экзешная серая, экзешная серая, синяя курица, где она? Вот это рифа с экзешной серой курицей, смешно. Синяя курица, красноглазая, где он? Я-то тебя слышу, но не вижу. А вот ты где. Не достанешь ты меня, не достанешь ты меня. Дуралей. Ой, боже. Игра стала медленной. Бревучка, который застрял, и чего же от меня задал? Достать! Застревучка, пердючка, прекрати застревать, ты меня уже бесишь! Своими застревачками то допрыгнуть не можешь, но в стенке застрянешь! Либо это задумка автора так сделать, чтобы экзешник застревал, блин, в стенах! Либо я не понимаю. Я сюда и раз уже по этому пункту. Либо, блин, что за уровень непонятный? Куда мне надо идти? Что мне надо делать? Я уже, блин, запуталась. Жизнь я подбирать не буду. Я хочу, блин, увидеть концовку. Вот этого акта, которого я уже второй раз прохожу. Да боже, мне уже надоело по кольцам прыгать. Ну, спасибо, это тупик. Пойдем обратно. Развалился себе такой, лежит и спит, да? Еще один. Сейчас вверх поднимусь. Если долечу... Наконец-то. Ты чё мне? Куда мне топать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Либо автор, блин, намудрил. Либо еще одна. Я лечу задом наперед и иду, блин, задом. Смешно. Так. И сколько вас тут развалились по всей карте? Ты знаешь, что это, блин, вы не настоящие. Развалились по всей локации. То в одном месте, то в втором. Вот. Реально, ты уже задолбал. Знаешь, не застревать, блин. То в стене, то прыгнешь, блин, в небесах застрянешь, смешно. То в потолке. Прикол. То
в стенке застрянет. Когда хочется со мной, когда я, блядь, подпрыгиваю. А вот наоборот, застревает в стене. Чё за фигня, объясните мне. Ловить меня должен, не в стене застревать. Вот, блин. Прикол. Ловить меня должен, а не в стенке застревать. Вот. И сколько я буду туда-сюда прыгать, объясните мне. Мне уж как бы надоело. Реально, сколько? Уже это реально надоело. И куда мне надо топать, шагать? Что-то в этом роде. Тут, по-моему, кольцо. И сколько я буду туда-сюда, блин, прыгать? Блин, это не смешно, экзешник, пердешник. Ну чё мы тут развалились? Хотя бы по всей карте развалились. Куда только не пойду, блин, вы тут, блин, по всему буду жить. Еще один. Недавно был там, а уже тут. Дрифт. Проснулся и гонится за мной. Вот дрифтите, то разваливаетесь по всей карте. Вы, блин, задолбали. Так, а что тут черное, блин? Беби-беби-беби. Что-то меня не сетки застрянет, как всегда. Да влегче, чья курица! Догоняй, черепа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Боже, я не могу! Ты в стенке застрял, нет? Как-как-как-как в стенке застрял? Болван! И так каждый раз, блин, в стенке застрял. Беби-беби-беби! Недоработанный, с кем ты застрёшь, блин? Покеда! Как так глупо, блин, ты все время в стенку застрёшь! И ты до сих пор, наверное, там, в стенку застрял. Вылез! Забирайте, забирайте где-нибудь! Беби-беби-беби! Сейчас я тебя потроллю! Да блин, я хочу пойти в другую сторону. Я тебя сейчас потроллю. Иди за мной! Беби-беби-беби! Я тебя сейчас потроллю, известно. Как на глазу. Это же сетки застояли как-то. Я уж попостараюсь тебя в стенку загнать. Боже, не так. Трюк не удался. Я уже второй раз тут, наверное, буду бежать. Трюк, блин, за троллингом Соника Экзе не удался. Может, в этот раз получится его затроллить, но это маловероятно. Я теперь не могу летать. Так, а куда мне надо идти? В стенке застрёшь. Ты в стенке, блядь, вечно застрёшь, блядь, Экзе, болван. Либо ты недоработанный, либо еще что-то. Но ты в стенке застрёшь, это уже, блядь, мне надоело. Сам лежишь, тебе... Ой. И как я теперь отсюда вылезу, по-вашему? Я тут пружинка, ну спасибо. Я падаю. И куда мне надо идти? Или что-то в этом роде? А где он сам? Я жизни подбирать не буду. Да боже, прыгай. Я застряла. Эй, игруха. Разом работаешь, а разом, блин, лагаешь и застрею я в стенах в этом роде. Где этот Экзе? Не знаю кто. Архидемон? Разбердемон? Как его еще обозвать? Ну, короче, без разницы. Вот он развалился, сам лежит, никого не... Сам балдеет. Меня не ловят. Блин. Балдун. Пердун.
Балбун перду. Хватит валяться. Я тебя вижу. Не дочет здесь. Почему ты сегодня когда бегает, а не летает? Хотя обычно должен летать. Я тут не смогу сейчас улететь. Все, мне надоело. Как бы это странно не звучало, но мне уже надоело. Один этот же уровень, блядь, проходить. Еще два персонажа есть, но я, наверное, до них не дойду. Так что пока все.